нас, похоже, день олива. Новость разлетается со страшной скоростью. За какой-то час с лишним Google зафиксировал. Ну ладно, не об этом. Я к тому, что достаточно ли при передаче новости просто сослаться на зарубежные СМИ? Первоисточник новости известен, но там надо за новость заплатить. А агентство France Press это сделало. А наши? Все подъедаетесь, да? Там, кстати, есть один момент, о котором наши СМИ стыдливо умалчивают. И вот что еще. Не арестован, а добровольно пришел в участок. А если пришел, значит, кто-то повлиял. Как? На что надавили? Что пообещали? Рахата Алиева арестовали в Австрии после собственного расследования австрийских властей. Его отказывались экстрадировать в Казахстан, так как тут не было бы справедливого суда. Мне сейчас уточнили, задержан Алиев был в аэропорту, а его судьба решится в течение 48 часов. Треть этого срока, как понимаю, уже прошла. Так что, не сам пришел? Просто сдался без сопротивления.